маленькие одесситы смогут узнать о родном городе благодаря новой книге. Во Всемирном клубе одесситов представили детский путеводитель. Помимо исторических фактов, рассказов о достопримечательностях и местах отдыха, издание наполнено разнообразным развлекательным контентом. Авторы обещают, ребенку скучать не придется. Сможет выполнять задания, использовать наклейки, что-то дорисовывать. То есть ему будет весело и увлекательно изучать историю города и все, что мне интересно. Кроме того, в книге есть персонаж, который еще добавляет больше веселья в эту книгу. Это кот Василий. Авторы книги поставили задачу не только передать смысл текста, но и максимально понятно его донести. Да еще и так, чтобы детям запомнилось. Уникальный учебник писали и иллюстрировали молодые художницы. Не обошлось и без помощи ботаников, зоологов, историков и других специалистов. Ну, работали долго, много, это правда. Поначалу это просто был сбор информации, накидывали вот так вот, все, что есть, все, что знаем. А потом уже ближе к моменту, когда нужно было уже на чистовик все сдавать, уже была скрупулезная работа, каждое слово там. Ну, а там редакторы, понятно, что работали уже более детально, а я с точки зрения информации вычищал, чтобы факты были правильные, ни в чем не ошибиться. Книга «Путеводитель по Одессе» предназначена для детей от 4 лет. По словам инициаторов проекта, учебник будет интересен и взрослым. Приобрести его можно в детских книжных магазинах, на улице вице-адмирала Жукова и на площади Независимости.